Всем здравствуйте. Итак, сегодня я отразился второй раз по свою работу, которая у меня есть. Вот, вызываю я вот такую работу. Это у меня вышивка гладью. Вот. И нитки остались у меня. А надо бы всю канву прикупить бы. Вот. Ну а потом, когда пойдем, 8 числа, я хочу канву прикупить, чтобы она у меня была. Вот. Что мне касается вышивать гладью. Гладью мне вышивать очень понравилось. Вот. Так. У нас сегодня будет суп. Вот. С овощами, вот, с макарошками. А завтра я сделаю, это как называется, ну, в общем, потом все сделаем мы. Вот. Пойдем, вот так покажу, вот так буду вышивать. Так удобно будет у меня стоять. Вот так буду я с вами вышивать. Вот. Чтобы вам было так видно. Вот. Что касается, Регин раз посмотрела сюжет одной вьетнамской девушки. И она там вышивала гладью. Как мне понравилось это вообще. Она, у нее такие специальные приспособления. Она брала, короче, специальные доски, потом их вместе соединяла, и это все она, и потом рисунок она его накладывала. Вот. Рисунок, он напечатанный. У меня рисунок нарисованный, а у меня рисунок напечатанный. Вот. Я вот подумала, что... Хотя я тоже могу рисунок нарисовать там, и по этому рисунку уже можно делать какие-то уже, вот, как называется, эти, как это, ну, вышивать. Вот. Поэтому вот. Ну, это я самое понравилось. Вот. Просто у меня, понимаете, я просто к этому виду искусства так понравилось мне, что я хотела бы, чтобы была такая программа, вот у Серафима смотрю, и там, чтобы была работа гладью. Вот. Вообще вот гладью можно вышивать любой народ, потому что она, гладь вышивается, она по-другому. Ну, как бы сказать, вот, берется вот я. Там стежок как бы такой вырисовывается. Вот. Это просто надо вот, еще раз наборы продаются, чтобы вышивать гладью. Сейчас вот, будем суп скоро делать. Вот. Ну, как свободное время, знаете, вот у вас свободное время. Делать нечего, раз, и можно и вышить. Вот. И все. Так вот я вычеркну. Вот, смотрите, как бы она вышита. Ну, вот здесь у нас будут ветки, у нас будут у нас такие веточки. И вот здесь немножечко я делаю вот такой вот, видите, как здорово у меня получается. Вот. Мы с вами берем вот такой, видите, как я с косичкой делала ниточки. Вот. Сейчас я, вот я беру, допустим, вот так вот один цвет, раз. И два. Вот так вместе соединяю цвета. Вот так вместе соединяю. Видите, как вместе вот так берем ниточки, берем, соединяю ее, и у меня вот так и вышивается. Вот. Вот так вот получается у меня.
если вот сейчас это вдену, поглядите мне, получается. Потом не снимала я. Вот, все время забываю снимать. Но вы, если будете подписываться на меня, я буду много видео снимать. Вот так вот мы берем. Сейчас. Можно все найду. Так. Смотрите, вот я вам показываю, смотрите, вот я беру вот так, да, и вот так мы с вами, вот сейчас вот, смотрите, вот раз, вот, и вот так, два, три, вот так у меня, и видите, как у меня выходит, просто делаем стежки на одном месте. Вот так, видите, у нас как бы так получается у нас, и вот так у нас я и вышиваю гладью. Вот. Очень простой способ, который я возникла. Вот. Тут стало не перетягиваться. Но она все равно будет перетягиваться, потому что это где-то гладь. Понимаете, а гладь она будет перетягиваться. Вот. И у нас все равно будет вот так она и вышивать. Вот. Видите, как? Вот, посмотрите. Вот. Ниточку мы просто берем ее и начинаем ее в этом месте и вышивать. Вот. Такие вот у нас дела. Вот у нас как она вышивается. Вот она у нас как берется. Вот. Самое главное это спокойствие, спокойно. Если это у вас, если осталось у вас, допустим, нитки, осталось у вас ненужная канва, вот, можно что-то нарисовать. Вот. Канву можно даже в магазине купить, в принципе, ее стоит недорого. Вот. И даже, знаете, я так подумала, можно ее на рамочке сделать, вот такая получится. Вот. И вот такая у нас. Видите, смотрите, как красиво получается, да? Вот. Какая красота. Красота. Ну вот на одном месте. Вроде бы ничего нет. Вроде бы какие стежки. А потом посмотрю, тут целая картина получается. Вот. И мне так понравилось высувать. Я высуваю вечером крестиком, а вот. Мне надо так хочется проснуться рано. Вот, сделаю такой рисунок красивый. И все это рисунок красивый, знаете, куда запечатлить? На канву. Ну вот, нарисовать такую красивую пейзажную картину, чтобы там было много деревьев, много листочков, много всего. В общем, много всего там было у нас. Вот, поэтому я вот так вот. Вот. Она, кстати, работа мне даже понравилась, чем та работа, которая есть. Вот видите. Вот. Сейчас с вами мы вот так вот. Вот. И потом я сейчас ствол с вами, вот этот черный ствол, который здесь есть, нарисуем. Вот, и потом нарисуем ветки коричневым цветом. У нас будет ветки. Но ветки это будут у нас коричневые, светло-коричневые. У нас будут ветки. Вот. Я хочу сказать, что как на глазе там уходит много очень ниток. Вот. Там можно вышивать двумя нитками, тремя нитками. Вот. Но я вышиваю, там у меня получается три нитки получается. Хотя я вместе соединяю ниточки, получается у меня вот, видите, какая красота. Вот, такая вот красота получается. Всем пока, всем до свидания. Пока. До свидания.